Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в Dino Bash 2. Так, ну что, у нас миссия. Так, сундук. Будет разыгран сундук. Давай, поехали. Жалко, что, конечно, у нас 5 энергии. Ой, забыл, что мы здесь должны сами идти. Что там? Так. Подожди. Блин, надо этого лучника уничтожить. Меня раздражает. Так, заморозка. Валун. Где у него хп? Я не вижу. А, мы закрываем хп ему нашим хп. Так, пойду вон того бомбану. Начну, сейчас начну тут расстреливать. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Что, бомжиха, что ли, уже? А что она на себя напялила-то? Бомжиха-то это. Посмотри, она на себя напялила, что, а? Что ты делаешь? Мне не нравится у бомжихи костюм этот. Вот кто мне нужен. С ним должно пойти намного быстрее дело наше. О, минус бомжиха. Ну, это пока она тут ходит одна. А потом дальше-то я знаю, что дальше будет. Дальше будет жестянка просто. Так, я пойду пока сюда. Попробую разбомбить ворота. А у нас две звезды. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Не, вот этот хорош. Вот этот вот. Тирозавр или как его там величать. Я вот сколько смотрю, ребята, у него самая мощная атака. Ну что, Абрир. Получаем с тобой награды. Ага, хорошо. Нормально. Так, Плювик. Плювик, друзья, готов у нас прокачаться на один уровень. Плюс мы с тобой зарабатываем вот этот сундук. 1900 монет, 9 кристаллов, трицер и энки. Плюс взрывной камень и... Что? Ага. Трицераптор у нас, друзья мои, готов стать раритетным. Кстати, я чуть не понял. А, у нас мы типа в порталы. А, тут были египетские какие-то у нас, а тут будет просто лес. Давай, прокачиваем. Подожди, это не... Что это я делаю сейчас? По-моему, там не прокачка, ребята, была. Так, экипируем. Я, правда, им не особо пользуюсь. Может быть, мне не стоило так делать. У них все 1800. А это тоже 3600, ребята. Это 3600 стоит. Это я купил. Зачем я купил? Так, это бесплатно? За спасибо. Гратис. Ну, спасибо. Отлично. И Раптор. Ага. Плювик. Плювик, ребята, готов. Подожди, с этим Плювиком пока не до Плювика. Давай, наверное... Так, переводим его в раритетки и... Ну, Снэппи я решил, ребята, качнуть в первую очередь. Почему спросишь Снэппи? Ну, потому что, ребята, он самый первый, кто выходит у нас. Мы как только начинаем играть, у нас первым, кто выходит, первый, кто доступен, это Снэппи. Поэтому, само собой, я его и прокачиваю. Атака... Атака... Да-да-да-да-да, друзья мои, шаманы...
шаманы собственной персоны. Кто-то там писал в комментариях: блин, первая игра сложнее, чем вторая в разы. Ребят, подождите, мы еще не видели, что будет дальше. Это только начало игры. Что за у вас такие скоропостижные, так скажем, выводы? Ага. Блин, эти хоть раритетные, хоть не раритетные, и все равно, ребята, валят очень быстро. Очень быстро их валят. Они идут как щитовики, но их все равно, ребята, выносят. Так, давай. Ну что, сломаем сейчас ворота, и мы пройдем этот этап. Шикарно. Портал взорвался. Абрир. Так, плювик прокачаться у нас готов. Точнее, там Снэппи был плювик, вот он. Но этот плювик лучше, усиленный плювик. Слушай, у меня уже все хотят прокачаться, но дело в том, что у меня очень мало денег. Так, они злятся, ребята, они злятся. Аборигены начинают злиться на то, что у них, ну, никак не получается стырить у нас. Что? Что? Да ладно. Так, дай-ка я этого лучника вольну. Вот тебе, ребята, и... Так. Тихо, тихо, тихо. Заморозку не могу взять. Да куда ты бьешь-то? Ну, Рэй, ну... Да ты добей ты его. Так. Ну. Да ну. Друзья, это бомжиха, она еще... Ну куда ты? Что-то я заморозку не увидел. Фига там снарядами разрывными, блин, бросается. Ребят, я уже минус одну звезду потерял. Как они тут? Не, ну если, конечно, прокачаться, может быть. Ну куда ты, бомжиха, пошла, блин? Она все равно меня бросает, да? Как тут успеешь ты пройти... Я без понятия. Не, ну если мы, конечно, прокачаем сами себя. Да офигение. Что маловероятно, что я вообще себя смогу так прокачать. Даже две звезды, друзья мои. Даже две звезды я прозеватал. Тебе и легко.
А, сундук я в любом случае получаю. Так, 800 монет, 3 кристалла, плювик, трицер, блин. Ограничены я, ребята. Либо себя качать. Ну давай. 3200. 3200, ребят, стоит он. Я, наверное, пока воздержусь. О! О, друзья мои. Первый наш тирексик появится. Наш первый тирексик. Надеюсь, мы... Блин, тут шаман. Так, плювик, давай. Заморозочка. Ну хотя бы здесь помогает нам. Там вообще никакой помощи не было. Ой, у меня хп мало. Так, энки. А чё уже такие лучники пошли мощные, скажем так? Да, энки сразу же. Вот это хорош. Не нравится, как он такой. Ну да, он, конечно, ребята, против... Блин. Ау! Это необходимо было. Поставим на себя пока защиту. Так, ломай перегородку. Так, а у меня... явилась, ребят. Ну, конечно же, это же бомжиха. Сейчас будет бомбашить. Вон там клюет, да? Насколько много урона наносит плювик этот? Ну, в принципе... Блин, пойду я вот этих лучников, они... Вот раньше, ребят, такого нельзя было позволить себе, чтобы ты смог перебежать на опережение и бомбануть противников, которые находятся сзади. А теперь можешь. То есть, если, например, сзади стоят лучники, ты можешь подойти и их бомбануть. А раньше такое было невозможно сделать. Только катапульты могли доставать до противников, которые стоят сзади. Блин, ну что ж такое-то? Ну, так, отлично. Вот он, друзья мои, тирексик. Стоит. Блин, бомжиха пришла, ребят. Бомжиха с ними... Черт бы ее побрал, а? Все бы хорошо, но... Да я хотел вот это-то... Да, эти рексы завалили. В атаку! О, за нас тирекс, друзья мои. Я помню, он с бомжихами, ребята, только на изи справлялся.
что он делает? Почему он так далеко как-то? Что, два сундука всего лишь? Блин, два сундука всего лишь получил. 340 монет. Ну что, ребята, Тирекс у нас в кармане. Прокачиваю вот это все. Так надо, ребята, так надо. Так, у меня энергия еще есть. Еще две энергии у меня есть. Да, там-то, конечно. Сколько он-то стоит? Если эти стоили немерено. Так, так. Они так далеко стреляют, могут, нифига. Я тебя сейчас похиляю. Такой подошел по башке ему. На. Так, еще и этих нужно бомбашить. Лучники, ребята, отличаются. Есть как бы элитные у них тут лучники, я смотрю. Есть обычные лучники. Вот это вот, который с короной, как бы, это как бы, ну, лучшие, что ли, личные лучники, так можно их назвать. Так, сейчас шамана этого вместе с лучником. Так, нафигачивает мне, я тебе скажу. По-жесткому. Ломаем, ломаем, ломаем. Бомжиха заорала. Друзья, я позвал Тирекса. Да. Лихонько. Я тебе скажу, они. Угу. Блин, бомжиху. Ладно, фиг с ним. Возможно, Тирекс еще не такой мощный, ну, ясен перец из-за того, что. Такая прокачка у него пока еще. Первый уровень. Но в дальнейшем я думаю, что он будет намного сильнее. Просто намного сильнее. Так, 300 монет. И еще 300 монет. Я уже смотрю, ребят, не на драконов, а на деньги. И 350. То есть штука в плюс, да, в карман. Итого 1625. Это не хватает. Это хватает только лишь, ребята, мне на атаку. Ладно, давай зайдем в 5-1. Последнюю энергию с тобой тратим.
Ага, прекрасно. Прекрасное далекое. Так, деньги надо забрать. Да твою-то налево выбежала. Почему Тирекса мне не дали здесь? Я не понял, почему мне не дали здесь Тирекса? Блин, лучники, точно. Ну хотя бы... подбили, да? Лучники. Надо заморозить эту бомжику, иначе она нас просто допекет сейчас. Угу. Ну что, здесь на 3 звезды. О, успели. Уже звезда стала, ребята, зачеркиваться, но я успел. Тут всего лишь 200. 200, 300, это 500 и 850 монет. Так, ребят, смотрите, здесь будет у нас новый дракон. Тьфу ты, новый динозаврик. Новая спецатака. А это что еще такое? Ага, это премиум. А это обычный, да? За спасибо. 510 тысяч. Угу, спасибо большое. Ну тут, да, тут еще Япония будет, ребята. Будет пляж какой-то. Корабль подбитый. И корабль это последний, что у нас будет. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.